Всем привет, с вами Таурус. В этом видео я хочу рассказать вам о недавно вышедшем проекте Horizon Forbidden West. И прежде чем вы примете решение его покупки, досмотрите это видео до конца, оно поможет вам сделать правильный выбор. Но не забываем поставить лайк и подписаться на канал, дабы не пропустить выход новых видео и возможности присоединиться ко мне на моих стримах, которые я провожу каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам. Официальный релиз Horizon Forbidden West состоялся 18 февраля 2022 года. Запретный Запад – это сиквел к оригинальной игре Horizon Zero Dawn. Повествует нам о продолжении событий в мире Horizon, но теперь уже на территории Запретного Запада. Запретный Запад по достоинству оценят владельцы консолей PlayStation 5, так как игра в полной мере раскрывается именно на этой платформе. Разница в графике между PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 в этом проекте существенно ощутима, как в панорамных видах, так и в мелких деталях. Но сказать, что на консолях PlayStation 4 новый Horizon выглядит плохо, совершенно нельзя. Запретный Запад является одной из самых красивых игр на сегодняшний день. Поэтому переживать из-за того, что у вас плойка четвертого поколения, совершенно не стоит. Новый Horizon берет все самое лучшее из первых горизонтов и выдает это игроку в еще больших объемах. В целом механика и сетап проекта остались прежними, но стали доработаны до мелочей. Глубоко вдаваться в подробности того, что именно изменилось в рамках этого видео, я не стану. Но вкратце остановлюсь на моментах, которые, на мой взгляд, действительно стоит отметить. Forbidden West полностью переработана система паркура и скалолазания. Теперь Элой может забираться практически на любую вершину, которую вы увидите перед собой. Это по-настоящему создает ощущение свободы действий, что, согласитесь, очень важно для игры с открытым миром. Еще одной новой и приятной фишкой является глайдер. Это такая штука в виде энергетического парашюта, с помощью которой Элой может плавно спланировать по воздуху с любой возвышенности. В купе с новой системой скалолазания глайдер дает еще один плюс в копилку свободы действий. Те, кто знаком с первыми горизонтами, помнят, что роботизированных животных можно подчинять себе и использовать их как помощника в бою или как транспортное средство для быстрого передвижения по действительно огромному миру. Все это, естественно, доступно и в Запретном Западе, но теперь помимо наземных машин, Элой может подчинять роботизированных птеродактилей и передвигаться в мире горизонтов по воздуху. Лично я очень жду, когда представится возможность начать прохождение сиквела и насладиться видами с высоты птичьего полета. Что касается сюжетной линии и побочных заданий, то тут стоит обратить внимание на то, что если ты будешь проходить только основную сюжетку, не отвлекаясь на побочные задания, ты рискуешь пропустить мимо себя добрую часть контента, которая в Запретном Западе очень богата на предмет наличия уникального оружия и интересных механик игры. В общем, стоит обратить внимание на побочные миссии. В Запретном Западе они стали не скучными и действительно интересными. Стоит ли сейчас покупать Запретный Запад? Если ты уже вдоль и поперек пропылесосил Zero Dawn и являешься фанатом серии, то покупать Запретный Запад однозначно стоит. Сиквел получился очень годным, и я думаю, по достоинству займет позицию лучших игр для консолей Sony. Если же ты еще не знаком с Zero Dawn, то на мой взгляд спешить с покупкой Запретного Запада не стоит. Я бы посоветовал пойти для начала оригинальную версию игры, тем самым погрузиться в мир горизонтов, так как если сразу начать проходить сиквел, многие моменты сюжетной линии будут непонятны, потому как они являются продолжением сюжетной линии первых горизонтов. К тому моменту, когда ты закончишь прохождение первых горизонтов, цена на Запретный Запад, я думаю, существенно снизится, да и выйдет пару патчей, которые исправят пострелизные баги в игре. Ну и согласись, проходить всю историю лучше с самого начала, и связки Zero Dawn плюс Forbidden West подарит тебе десятки очень увлекательных часов в мире горизонтов. На этом я заканчиваю свое повествование. С вами был Таурус. Ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои стримы и новые видео на канале.